буржуй первый летит насчет покушать. Маша. Маша забыла. Все помидорчики сегодня у медвежат. Да, ребята? Все помидорчики ваши сегодня? Маша что-то вообще в другую сторону пошла. Можно? На, боже, из моих рук. Дуся, из моих рук вкуснее, давай я. На. И все. Вот коза. О, буржуй, молодец. Да пока не съем я. Мало того, что глух и нем. Я еще и, скажи, попусту не бегаю зад вперед. О, Вика, по-моему, нашла этот. Квест по-модному. Сейчас будет тут. Дуся, это не для тебя. Это загадка для мамки. Она только ее разгадывает. Ты нифига не рискуй, Дуся, не надо. Дуся, не вздумай. Вот девка сумасшедшая. Мамка сейчас травки поест, придет, поможет вам. Надо быстро решить, Дуся думает, надо, пока никто не видит, пока никто не... Все, я сейчас первая, да? Да, Дуся? Первая. Прикинула, что не достаю. Мне такая ступенька не поможет здесь. Опа. Буржуй даже уже облизывается. Тут только маманя могила. Нет, буржуй, блях, уже вырос, ё-моё. Ну, буржуй, растете не по дням, блях, по часам. Буржуй уже почти практически даст. Если бы еще был такой прыгучий, как Дуська, уже бы достал. Но не тут-то было. Маруся! Хватит помидорами там питаться. Иди сюда. Дуся все-таки хочет рискнуть. Ать, буржуй. Но не дорос еще малой. Меньше жрать надо было. Помидоров сегодня. Вот такая как раз килограмм лишний съел помидор и не можешь подпрыгнуть. Маша! Маша не спешит. Мудрая женщина. Ух ты, крокодил какой, а! Рассердился же, буржуй рассердился. Ничего себе, вы растете. Даже Маша зимой не могла достать. Это я еще сейчас поднял. Дуська, слабо! Вот коза, бляха. Вот что? Все, на той, Маша, все-таки ты опоздала, мудрая женщина. Все-таки мою эту сломали. Квест. Вот медведи.
Вот медведи, а. Вот медведи. Дайте мне чуть-чуть дайте. Маш, ну ты чё? Вся в комарах, как обычно. Идёшь. Маш, дай комаров вдоль. Мамке, дай комаров согнать. Маша. Или уже согнал всех. На носу там немножко. Всё. Да. Дуська все-таки своей непоследливостью опять победила. Но ничего. Будет день. Мы усовершенствуем все это. Да, Маша? Победили без мамки, хоть и не доставали. Чё, коза? Ты как всегда своей непоседливостью все это. Кино. Сценарий сломала, от себя тяну порешь тут. Главное, есть не стала и пошла. Дружу, при чем тут мои сапоги? Еще хочется? Да ладно. Ты смотри, не реагирует. Даже. Ой, ёлка ломана. И ты уже наелся? Ничего себе. Маш, вы что это сегодня? Объеты какие-то странные. И корочки сегодня не едите. Молодежь уже пошла куда-то. Ладно, что, пойдем купаться, Маш. Что, вчера не захотели купаться. Вечером гуляли, да, Маш? Не наше время. Сегодня-то надо идти.